Приветствую всех геймзетовцев. Я сейчас запишу для вас ввод по игре в Травиан. Интересная браузерка, которая позволяет скоротать некоторое время. И как и многие браузерные игры, она предназначена для того, чтобы покликать, поиграться, напасть на кого-то, ограбить, сломать чью-то деревню, посражаться с кем-нибудь, защитить своих союзников, а потом заняться своими делами на какое-то время, затем снова сломав что-то. Очень хорошо подходит для тех, кому в офисе хочется иногда немного оторваться от нужного дела, ну, либо, например, студентам на парах, либо школьникам, чего уж там. Вот. И для того, чтобы в ней зарегаться, надо кликнуть на баннер у нас на GameZette, то есть он висит на странице стримов. Также он будет висеть под этим видео, рядом и ссылка будет для всех желающих. То есть тыкаем, регаемся. То есть нажимаем «Бесплатная регистрация». И здесь есть несколько серверов. В том числе есть сервер, ускоренный в 3 раза. То есть там все намного быстрее происходит. И вот для новичков я бы посоветовал, в принципе, попробовать этот сервер, потому что вы пока не привыкли к механике игры Травиан, обычный сервер будет казаться вам медленным. То есть, если вы хотите там подряд какое-то время сидеть, что-то кликать, кого-то ломать, на кого-то нападать, то выбирайте 3x. Если вы, соответственно, хотите смотреть стримы на GameZette, смотреть там на Монку, Пашку, там глянуть мой ввод и в перерывах покликать, то выбирайте 3-й сервер. Вот, в принципе, как хотите. Ну, я давайте зарегистрируюсь на 3x. Кликаю 3x, имя. Имя пишу. Ну, давайте напишем мое настоящее имя, то есть Фёдор. Ну, почти настоящее. Электронная почта. Пароль. Ну, какой-нибудь пароль, в принципе. Так, и у нас есть 3 нации. Это римляне, немцы и галлы. Если вы хотите всех крушить, с первых же дней жить разбоем и нападениями, выбирайте германцев. Если вы парень не агрессивный, предпочитаете защиту, но зато потом быстрые рейды, то берете галлов. Если вначале вы не можете пока еще решиться, то есть, а вдруг захотите сломать кого-то, а может и защититься, и вообще особо не переживать по поводу того, что на вас нападут, то берите римлян. Я, соответственно, ну давайте я возьму, например, римлян, потому что я немцами играл, галлами играл. Начальная позиция, в принципе, плевать. Если вы регистрируетесь с другом, то, соответственно, если вы появились где-то вместе с союзниками, то есть хотите там с другом, с подругой, с мамой, с папой, с прабабушкой вместе поиграть в Травиан, то, соответственно, выбирайте одну и ту же локацию, чтобы быть где-то рядом друг другу, если что, помочь войсками, ресурсами и так далее. Просьба вашим друзьям зарегаться через наш баннер на GameZette, потому что, соответственно, для нас будет это профит. Больше денег GameZette, больше стримов и так далее. Вот. Так, ну я принимаю основное положение, это понятно, я согласен. Ну, дополнительное, как хотите, я не согласен почему-то. Имя уже занято. Ну, давайте вот так вот сделаем. Так как это тестовая учетка. Блин, уже пароль стерли. Гады. Ну ладно. Так, римляне, то все, я согласен, случайно. Кидайте мне куда хотите. Код активации. А, идем на свое мыло. И печатаем код активации. Травиан тащит, вот, код активации нам засылают. Обращу ваше внимание, что на одном сервере у вас может быть только одна учетная запись. На разных серверах можете хоть на всех зарегаться по разу. Так, все, мы активировались, все, входим в игру. Вводим пароль. Так, версия для низкой скорости нета, у кого там интернет меньше мегабита. И вот наша с вами деревня. Нас приветствует вот такой вот довольный римлянин, если мы выбрались именно эту нацию. И для новичков очень хорошо приступить к заданиям. Можете изменить облик героя. Он какой-то лысый. Мне не нравится вот лысый мужик. Так что давайте мы все-таки там волосы какие-нибудь. Ой. Это цвет вол... Странно. Волосы у него, видите, этот, как-то... Волосы только на бровях. Понятно. Ух ты, какой дикий мужик.
Я лысый. Какой-то Тарзан. Ладно, вот. Оставим его таким. Сохранить. Все, отвели нашего лысого, приклеили ему немного волос. Вот, вы видите, наше задание пока ладно. Вот наша деревенька, вот наши поля. То все, мы их развиваем, у нас есть герой, мы можем в будущем строить войска. Мы сейчас еще находимся под защитой, потому что все недавно зарегистрированные игроки защищены первое время, на них нельзя нападать. Вы можете в любой момент напасть, когда построите свои войска, но тогда с вас спадет защита, вот это соответственно. Вот, ну, что мы делаем? В первую очередь смотрим наши квесты. А, давайте посмотрим карту. То есть по карте здесь... Да отстань уже, мужик, мы к тебе обратимся. Вот мы посередине, Федор 111. Вот вокруг всякие соседи. То есть все эти люди, вот эти вот, все вот эти вот деревеньки, это живые люди. То есть, соответственно, вы можете на них нападать, с ними договариваться, вступать в альянсы, вместе кого-то ломать. Вот это мне больше всего нравится в траве. То есть я человек мирный, но в траве никого не ограбить или даже сделать кого-то данником, то есть нападать на него до тех пор, пока он не согласится написать ему, что парень, я тебя вообще раскатаю, либо ты можешь мне столько-то ресурсов присылать. Он откажется, либо согласится, вы его раскатаете. Ну, одним словом, агрессию здесь выплескивать можно. Лучше, естественно, выплескивать агрессию в браузерных играх, а не на своих близких, вы сами понимаете. Он наш злой герой, очень-очень опасного вида. Вот. То есть мини-карта. Пока у нас с вами войск нет. Так как сервер ускорен, здесь мы будем все делать быстрее. Давайте перейдем к заданиям. Я именно новичкам советую через задание начинать. То есть переходим к первому заданию. Чтобы перейти к заданиям, нажимаем вот на этого мужика здесь. Возле вашей деревни, видите, там, постройте в одном из них лесопилку. Предлагают строить лес. Ну, лес всегда нужен, нажимаем строить. Видите, что ускоренный сервер, поэтому поле строится всего лишь 1,5 минуты. Соответственно, очень хорошо в эту игру играть, если вы чем-то параллельно занимаетесь, как я уже говорил, то есть работа, на учебе с мобилы зашли, смотрите стрим, перерыв, там построили пару зданий, напали на кого-то. И параллельно, пока у нас строится лес, мы можем нажать на приключения. Наш герой может отправиться в приключения. Во-первых, наш герой, во-первых, может производить ресурсы, и, во-вторых, он может бегать по приключениям. У него есть свои слоты для артефактов, то есть в этом плане все круто. Для тех, кто раньше играл в Травиан, очень много нового, советую вам в него пошпилить. Потому что, видите, появился герой, появились артефакты, появилась очень красивая и удобная карта сейчас здесь. Можно ее развернуть... А, не, на весь экран можно развернуть, но для этого нужна спецштука. Ну, короче, очень все удобно стало. И вот, появились для героя приключения. То есть мы своего героя, чтобы отправить героя в приключение, надо нажать сюда. Нажимаем его, отправляем его в при... А, требуется пункт сбора. Нет, чтобы отправить приключение, надо пункт сбора построить. Так что пока мы приключаться не можем. Вот, видите, построилась... А, лесопилка наша еще не построилась. Но мужик говорит, что типа, вот, вы уже начали строить лесопилку, забирайте вознаграждение. Теперь следующее задание для нас — построить ферму. Лесопилка пока уже построилась, пока мы разбирались с пунктом сбора. Строим ферму, соответственно. Это задание для новичков. То есть он говорит, о, мужик, нормально, ты начал строить ферму. Тут здесь даже пугало, видите, нам вознаграждение дают. За это теперь нам дали Травиан Плюс. Это местная фишка, которая покупается за реальные деньги. На недельку нам его дали. То есть мы сможем развернуть мини-карту на весь экран и так далее. Вот. Новое задание — изменить название вашей деревни. Ну, в принципе, задания нужны для того, чтобы лучше разобраться в Травиане. То есть мы заходим там, что, редактировать профиль, что ли? Так, как изменить название нашей деревни? Герой находится в деревне. Так, давайте здесь все напишем. Необходимо два раза нажать по табличке с названием вашей деревни. Все просто, как в аптеке. Называем деревня Федор. Ну, просили изменить название, мы вносим существенные коррективы и нажимаем сохранить. Мужик доволен, и... Мужик, говорю, доволен. Все, и дает нам вознаграждение. Соответственно, вот наши ресурсы. Это дерево, глина, железо, зерно. И 800 это ограничение, которое мы можем в данный момент хранить, чтобы... ограничение повысить, чтобы, точнее, снять вот это ограничение на 800 ресурсов, надо дальше строить хранилище для ресурсов, но это в процессе. Постройте пункт сбора. Предлагает вот нам построить пункт сбора, чтобы отправлять нашего героя в путешествие. Вот. Строим мы пункт сбора. Так его заложили, мужик уже доволен. Забираем опять-таки вознаграждение и предлагает отправить героя на поиски приключений. Но так как у нас еще... А,
Уже пункт. Видите, 3x скорость, уже мы только начали строить пункт сбора, уже можно отправлять героя на приключение. Всего лишь 4 минуты он будет туда бежать, но это версия для тех, кто хочет вот так вот беспрерывно. Видите, мы тыкаем, не выходя из игры. А если у вас в процессе постоянно какие-то дела, вы, например, смотрите там чей-нибудь стрим, там Бласки сейчас вроде вещает, там смотрите стрим Бласки, например, или Монки, или кого-нибудь еще, и в процессе хоба переключились, потыкали. Но здесь у нас, видите, герой уже побежал в приключение, нам говорят, о, будем надеяться, что вашему герою подведет, вознаграждения нет, спасибо. То есть надеемся только на удачу. Теперь нам, видите, предлагают посмотреть свой ранг. Но это опять-таки для новичков. То есть заходим в статистику, смотрим, что мы на 17561 месте. Очень много человек играет Травиан. Это выбор миллионов. Так, забираем свое вознаграждение. И дальше нам предлагают строить сразу несколько зданий. То есть строить, что там, железный рудник и глиняный карьер. Хоба. Нажимаем строить. Так, можем строить сразу несколько зданий, так как нам дали вот эту вот их донатерскую фишку Travian Plus. Завлекает нас, гады, на донат. Вот. Поставили строить два этих, можно уже опять-таки квест считать выполненным. Хоба. Прочтите новое сообщение. Сообщение вот здесь вот от мастера квестов. Он нам что-то написал. Опять-таки дает 20 голды за то, что мы получили, что он написал. То есть сейчас мы быстренько проходим квесты. Потом надо развивать здания, надо, соответственно, строить бараки и ломать всех. Тут здесь в процессе можно и по квесту построить бараки. Видим, что рядом уже есть человек, у него 69 населения. Правда, он еще, видите, еще защищен от нападения, то есть он очень неагрессивно играет. Можно вот так вот покликать и видим, что рядом вот у нас ребятки защищены от нападений. Они вот отправить войска мы не можем. Он находится под защитой до 29-го. Хотя сегодня 27-е. То есть через 2 дня вот на этого, например, мы можем напасть. Хотя у него население пока значительно больше, но это пока. Скоро мы с вами разовьемся и всех уничтожим. Так. Всякие вот есть мертвые деревни. Видите, население 2. Пока катать мы никого не можем. Но пока мы и войска, в принципе, не построили. Ждем. Так, железный рудник, то все, построить еще. Так, пока не подоспели войска. Какие войска пока еще не подоспели, мы их пока не построили. Вот. Соответственно, наш геройчик бежит, через минутку он дойдет. Как я уже сказал, Травиан подразумевает, что вы... Даже в ускоренной версии Травиан подразумевает, что мы всегда чем-нибудь занимаемся. То есть он нам просит еще одну лесопилку, мы ставим лесопилку в очередь, например. И идем что-нибудь проверять. Вот. Ну, например, опять-таки стрим, который у нас постоянно на GameZ идут и так далее. Вон, читаем признание в любви. Праг, да? В пятницу, кстати, вечером будет пятничный хаос, как обычно, в 6 часов вечера. Так, наш герой бежит. То есть все так. В принципе, что? Вначале, пока мы еще не построили войска, что вам еще можно интересное показать? В принципе, рассказать. Вот у нас опять-таки наша карта, то есть мы третья вкладка, карта. Мы листаем, смотрим, враги, то все. Здесь уже, кстати, видите, Астрахань, развитая деревня. Уже есть у человека альянс, альянс-армия. Очень интересное название, там уже много человек, 443 даже. Набор в альянс закрыт, вступление по приглашению. То есть все серьезно. Вы вступаете, например, регистрируетесь вместе с друзьями. Опять-таки просьба через баннер, чтобы, соответственно, отблагодарить любимый сайт за то, что он балует вам вас трансляциями, видео и так далее. Вот. Регистрируйтесь с друзьями, попадаете на какую-нибудь территорию и организуете свой альянс, соответственно, вместе кого-то ломаете. Здесь можно сломать чужую деревню, можно ее захватить. Вариантов много. Можете увидеть на карте кого-нибудь, зайти в его профиль. Например, вот где мы там? Сейчас вот наш Федор 111. Видим, что, ну вот уже опять-таки упомянутые. Вон, население 71. Смотрим, например. Видите, деревня Привет. Игрок-ботаник. Например, мы думаем, что а можно нам с кем-нибудь объединиться вначале. А даже если человек не знакомый, мы пишем, типа, что-нибудь дипломатическое. Тическое приветствие. Ну и пишем что-нибудь, типа, ну,
исключительно культурно надо общаться, понимаете? Без ошибок. Ну тогда давайте уж совсем. Наши силы. Блин, я вот даже не умею писать с ошибками. Вот. Пишем какой-нибудь бред человеку. Он, конечно же, подумает, что мы псих. Вот, ну, это вся фигня. Здесь мы видите, мы напали на оазис и получили сразу много ресурсов. Поэтому, видите, у нас это особо в хранилище не помещается. Надо бы поскорее построить склад, потому что у нас, видите, 800 ресурсов и просто не поместится ничего. Видите, склад построится через 11 минут, а наш герой с большим количеством ресурсов придет совсем скоро. Вы можете за 2 голды, которые вы вначале получили в большом количестве, завершить это все дело. Вот. И, соответственно, у нас уже... А, у нас 1200 ресурсов максимально, то есть наш герой принесет ресурсы, и они не... они поместятся в наш тайник. Вот, мужик доволен, он говорит нам еще построить лесопилку, глиняный карьер, железный рудник и ферму. Это ладно, построим. Глиняный карьер. А, глиняный карьер уже строили, ну ладно. Лесопилку, ферму. Вот, ну там дальше задание будет построить войска и так далее. Чтобы построить войска, надо улучшить главное здание до 3 уровня. Опа, оказывается, в тройной скорости тут можно сразу миллион этих строить. Все строители сейчас заняты. Целых 3 здания можно ставить в очередь. Прикольно, что я могу сказать. Вот, то есть поставили, например, вместо главного здания сейчас, что там ему еще надо, еще одну железную штуку. Я, все строители сейчас заняты, что за фигня? А, это римляне. У римлян можно в центре деревни, вот здесь вот, строить одновременно с полями что-то, поэтому мы сразу 3 здания строим. Вот. Соответственно, что, наш герой сейчас скоро вернется через минутку, мы сможем снова отправить его в приключение. Да, видимо, надо было вам показывать уже игру с какой-то с какой-то уже прокачанной учетки, а то здесь пока ни на кого не напасть особо, потому что у нас и войск нет. Ну, то есть, в первый же день можно построить войска, найти на кого нападать, соответственно, и его катать. Но это уже будет слишком длинный. Вот, видите, вот нам дали плюс, мы можем карту развернуть на весь экран и разглядывать оперативный простор. Деревня, нефиг влазить, например. Вот, видите, уже можно отправить войска сюда. 43 населения, в принципе, сложно, конечно, будет его. Уже даже альянс есть какой-то. Дев-клаб. О, они, ух ты, смотрите уже, как объединились. Вот, на таких нападать плохо. Прием в альянс закрыт, мест нет. Ну, видите, мест действительно нет. То есть альянс сильный. А плюс в том, что если на кого-то из его участников нападут, остальные, скорее всего, будут его защищать. Потом начнутся битвы альянсов в процессе. Победит в траве не тот, кто первый построит чудо света. Но это, в принципе, не так скоро будет. То есть сезон довольно длинный, и многим... У каждого свои цели. Я, например, играл в траве, никогда вот это чудо света не строил. Мне нравилось именно грабить все вокруг, ломать, убивать, воровать, ну то есть вещи, которые в жизни нормальный человек не займется, а в игре можно отыграться на нубах. То есть вначале строим всякие эти штуки, пришел наш герой волосатый и отправляем его в новое путешествие. Вот у нас квесты опять-таки, начать приключения. Сейчас он что-нибудь еще там интересное у нас найдет, либо какой-нибудь артефакт, либо серебро. Серебро — это деньги, на которые ему покупать какие-нибудь фишки на аукционе. Но аукционом пока пользоваться не можем, надо 10 приключений сходить. Есть, например, клетки. Выходите на какую-нибудь нейтральную территорию и захватываете себе животных диких. Не домашних совсем. Так, падший ангел. Видите, напасть пока не можем. Ну вот, в итоге основные темы какие? То есть можно в нее играть на учебе, на работе, смотря стрим, отвлекаясь на нее и так далее. Если вы хотите что-то как лол, то есть сесть и час этому уделить, ни на что не отвлекаясь, то это вам не подойдет. А вот именно вот так вот в процессе поиграть, потом отдохнуть. Ну, вначале...
точнее, вот в процессе игры уже, да, в процессе игры это как и лол уже подойдет, то есть вы сядете, у вас несколько деревень, потом вот можно захватить новые деревни, там у вас там 2, 3, 4, 5, там 10 деревень, вы там во всех все строите, воюете, можете построить деревню где-то в другом месте, там начать развиваться и вокруг всех набить. Ну, вообще, вариантов очень и очень много. То есть, вначале вы уделяете очень немного времени, строите войска, нападаете на всех, выбираете, вступать ли вам с кем-то в союз. Соответственно, желательно всех активных игроков с самого же начала загнобить. Ну и, в принципе... Ну, для того, чтобы... если вы в процессе научитесь играть, то ваши все вот здесь вот люди будут вашими кормушками. И, соответственно, если будет какой-то... Ну, мы с вами геймеры, мы быстро освоимся в этой игре. А вы видите, что есть... Сколько здесь человек-то где-то? Всего здесь... У нас 13 населения, мы... Ну, где-то 2 царик, наверное. 20 тысяч, наверное, всего. Ой. 20 тысяч. Да, блин. 22 тысячи примерно. Ну-ка, оп. Да, всего 24 тысячи игроков. То есть, есть люди простые. Ну, я вот, например, кстати, я познакомился в процессе здесь с людьми. То есть, мы помогали друг другу, в процессе уже общаться начали. Познакомился в процессе с каким-то капитаном дальнего плавания 50 лет. То есть, здесь кого только не встретишь. И молодые, и старые. Игра объединяет всех. Вот, то есть, ну и плюс, что вначале вы уделяете мало времени и всех тащите, так, все, видите, мы построили свои фермы, забираем вознаграждение, и теперь нам, вон, одна из деревень называется «Нефиг влазить». Ну, здесь надо знакомиться с мини-картой в квестах, и благодаря, и еще делится, видите, «Нефиг влазить», смотрим, координаты, минус 88, минус 156, идем к мужику, говорим, мужик, минус 88, минус 156. Проходим квест, получаем нужные ресурсы. Вот, теперь нам про героя говорят. Измените производство ресурсов вашего героя. То есть, как я уже говорил, герой производит ресурсы. Чтобы кликнуть на меню героя, кликаем на его морду волосатую и выбираем, что ему производить. Дерево, глину, то все. Что сами хотим. Ну, чего нам в данный момент не хватает? Глины. Глины у нас, с глиной самые большие проблемы. Пусть он производит глину. В любой момент можно перетыкнуть, и, соответственно, он будет производить любой ресурс. Как он производит, не знаю. Работает ночью на заводе, либо где-то еще. Мужик доволен, дает нам 200 глины. То есть, теперь у нас баланс по глине выравнивается. Так, а приключения надо было прочитать доклад. Мы его с вами прочитали. Вот здесь доклады, отчеты. Так. Здесь уже то, что мы прошли. Так, увеличьте уровень всех лесопилок. Короче, все на первый уровень надо построить. Мы этим и займемся. То есть строим первый уровень. Строим первый уровень. Ну и так далее. То есть постепенно мужик в процессе будет доволен, даст нам снова ресурсов. Ну и где-то буквально через час можно было бы уже начать производство армии какой-то и катать кого-нибудь в округе. Вот это 3x сервер. Блин, а это меня задалбывает по телефону. Ну что ж, я прощаюсь с вами. В процессе, наверное, запишу видео по уже сражениям. Вам предлагаю всем зарегаться и попробовать эту игруху. Если она вам не понравится, вы это поймете буквально через полчасика. Вот, а если понравится, то вы надолго здесь, конечно, зависнете. Ну, плюс, опять-таки, что это не WoW, здесь не надо просиживать десятками часов. Здесь можно, кстати, найти себе зама, тоже хорошая тема. Зам будет, соответственно, вам за вас там строить, войсками рулить и так далее. Очень хорошо организовывать совместные обороны против какого-нибудь оппонента. То есть вы видите, что на вашу деревню нападают. Нападают, например, через час. И вы понимаете, что за час... Вот уже одно здание построилось. Вы понимаете, что за час вы успеете... успеют прийти несколько союзников рядом. Например, вот наша деревня, Федор 111, на вас нападают отсюда. Злой Дев, к примеру, на вас напал. Ну, маловероятно, у него 3 населения всего лишь, вряд ли на кого-то нападет, но в принципе. А союзник здесь, с деревни Привет. И ты говоришь, привет, привет.
ну, это который ботаник, которому мы написали какое-то тупое сообщение. Пишем: «Привет, привет, пришли нам, пожалуйста, защиту». Он присылает защиту. Мужик, который бежит отсюда, здорово обламывается, потому что его встречают сразу и наши войска, и союзники «Привет, привет» по кличке Ботаник. Опа, что-то все выделяется. Карта очень большая. Ух ты, зыньте, как можно масштаб уменьшить. Никогда этим не занимался. 8%. Оп-оп-оп. Прикольно. Можно еще это все дело развернуть. Вот, вокруг, то есть пустые места. Здесь можно в любом пустом месте основать деревню. У нас изначально баланс по полям, то есть каждого там 4 там, или 5 типов. А здесь, например, там, где вот много дерева, это деревня, дикая местность. Там больше дерева и так далее. Можно захватывать оазисы. Ну, много, очень много опций. Ух ты, жесть. Это я, конечно, уменьшил. Очень много опций в этой игре. Очень много можно чего делать. Ну и, соответственно, кто-то из вас будет тащить до конца, кто-то из вас будет просто гнобить всех, кто-то из вас будет вступать в альянсы и воевать с другими альянсами. Что ж, я прощаюсь с вами, заходите на GameZ, смотрите воду, стримы, читайте свежие новости, Мир Лиги Легенд и Dota All Stars. До свидания.